видископ. Мы говорим о том, чтобы внести ясность и логику в систему. Ясность и логику. Убрать многократное дублирование. Ну, если пример дублирования, пожалуйста. Если в стране проводится много всяких соревнований, для детей, условно говоря, там, 2005 года рождения, там, к примеру, да? В разных видах спорта, вот в каком-то конкретном виде спорта, то эти все дети, они учатся в каких школах? Они учатся в динамовских школах, они учатся в спартаковских, я имею в виду общеобразовательные. Они учатся в школах Колоса, в школах Министерства образования. Они все учатся в школах Министерства образования. За исключением там, микроскопического процента, которые представляют частные школы, но которые подчиняются правилам, которые созданы Министерством образования для средних учебных заведений. Это одни и те же дети. Так зачем вот это вот многократно какие-то делать надстройки, параллельные структуры, параллельные соревнования, разбивать эти бюджеты, растаскивая там по 3 копеечки? Вот так растворяются деньги. Вот эти все дети, мы берем один конкретный вид спорта какой-нибудь, и это должна быть единая система соревнований для детей. И тогда мы ушли как минимум от дублирования, от разбазаривания средств, мы приходим к единой системе соревнований. Видископ. Спортивне відео.